вот такой небольшой отель. Улица Тенистая, 6/2. В общем, на пару дней. Да не только на пару. Ну, в целом все понравилось. Мил, тебе понравился отель? Да. Что тебе больше всего понравилось? Все. Все понравилось? Да. Завтраки вкусные, да? Да. Все хорошо. И нам разрешили оставить чемодан. У нас вечером поезд. И поэтому мы сейчас куда идем? В аквапарк. Конечно, у тебя такой купальник. Как он называется? Супергерой. Супергерой. Фонтан заработал. Фонтан заработал. Ну да, мы 3 дня назад были, фонтан не работал. Классно, да? Идти от этого отеля минут 15. Не особо, конечно, удобно. Ну, а так мы прошлись нормально, да, Милан? Как тебе, долго шли? Нет. Здесь много людей. Ой, любимая Одесса, да? Милка, любишь Одессу? Ты вообще-то Украина, мама говорила. Конечно, Украина. Да-да. Да-да. Город Одесса, Украина, по-любому. Только так. Слава Украине. Слава Украине. Ты говори. Слава Украине. Герою слава. Говори. Аквапарк Гавайи называется. У нас 8 часов поезд. Хорошо то, что отель разрешил оставить вещи. В общем, сегодня у нас, как говорится, останний день в Одессе в этом месяце. В аквапарк. Самое интересное, вот сейчас 12 часов, а у нас получается вот с 2 до 7. В общем, мы гуляем еще 1,5 часа. Такие цены. А, это VIP на большие горки, а это вот обычно. А нам, считай, 2 часа нужно где-то погулять до аквапарка. Посмотрите, что творится. Сегодня день города в Одессе. На пляже. Это просто капец. В море. Милка. Милка, это уникальный ребенок. Ей... Главное, качели, карусели, да? Мила. А море. Пошли в море. Нет. Нет, покататься. Конечно, уже познакомилась. Пляжик вот Итака получается. Итака и Ред. И вот это между. Тут небольшой участок такой. И тут, конечно... Вода намного чище, чем возле Итаки. Тут вот вверху ресторан Крым. Мы здесь как раз вот эти вот 1,5 часа позагораем, да, Мил? Покупаемся, да? Ну, тоже много народу. Сюда пойдем? Милаш? Зонтика нету. Ну, мы ж недолго, шапочку оденем 1,5 часика. Да? Водичка просто как слеза, чистенькая. Чище, чем возле Итаки, намного. Людей сегодня 100 раз чище, да, Мила говорит. Мы уже сохнем, и нас через 40 минут аквапарк, да, Мил?
Да. Да-да. Что хочешь сказать? Подписывайтесь на наш канал. Да. Что там? Покажи. Ракушечки? Да. Какая красота. Ну что, собираемся в аквапарк? Да. Да? Намочила купальник. О, именно. Белья. Нет, я сейчас буду. Это детская зона, да, получается? Да. Все, детская зона. Если вы будете сопровождать ребенка везде, то тогда можно на глубину и, разумеется, везде. Хорошо, понятно, спасибо. Милка! Мы забыли на рукавнике, пришлось купить на рукавник. Это детская зона. Хотя вон на территории что-то продается, но мы сейчас посмотрим. Мила! Можно было и не покупать, да, на рукавнике. Тут мелко. Ну ничего, ладно, купили уже. Такой билет, в общем, с 2 часов дня до 7 вечера. Детский и взрослый 1150. Короче, полотенца тут надо покупать свои, либо со своими, либо нужно приобретать еще. Позже покажем, что там по ценам. Там полотенце, там могу брать с тобой. Да, так. Мил, ну где мы остановимся? Так, рецепция, раздягальня, бомбосховище. Ничего себе, Милана, ты сейчас тут дашь, да? Сейчас, подожди, бабушка, пойдем дальше. Ага. В общем, короче, раздевалки здесь. 100 гривен полотенце на день. Мы свои брали. Здесь взрослый бассейн. Пошли, милочка. Здесь детская, ну, кафешечка какая-то есть. Позже узнаем, что тут почем. Мороженка. Мила, иди посмотри, какие горки. Ух. Ну, и тут уже взрослая зона. Тут уже горки такие покруче, побольше. А, еще вот, смотри, Мил, джакузи. В джакузи мы придем. Вот. Джакузи есть, а? Это на клубниках. На клубниках это здесь. Да, спускаются. Нет, конечно, мы посмотрим только, куда же тебе на коврике. Ты на коврике не пойдешь, у тебя на рукавнике. Мы просто до конца пройдем сейчас, посмотрим. А я хотела на коврике. Ты хочешь на коврике? Хотела. Да ты что? Ты маленькая еще, туда нельзя, наверное. Там высоко просто, вон люди. Видишь, вверху стоят люди, вот они спускаются. Да, на таких штучках. Ну, бабушка, не будет. А я буду здесь. Не, Милочка, здесь взрослая зона. Здесь лифт. Лифт и наверх подниматься. Ждем волны. Такая фотозона есть. А тут тоже, вот смотрите, сейчас там тоже как бар и джакузи. Зона здесь джакузи. Мила. Не
Ренат? Нормально? Вот так. Вот так удобно. Скажите, а вот это уже считается VIP-зона или нет? Да, да, это VIP-зона. Вот это VIP-зона. То есть с желтыми браслетами тут нельзя сидеть, да? Нет. Ага, я поняла. Так, в общем, вот это VIP-зона. А это? Это для всех. Это для всех. А что еще входит в VIP-зону? VIP-зона идет сам это помещение, бары. Ага. Лифт на горке. Ага. Вот это VIP-зона, лифт, наверное. И раз на горку все опускаешь и сразу. Вот очередь, вы первый встаете и едете. Понятно, VIP-зона — это красные браслеты. Красный, розовый. Понятно, хорошо, спасибо. В общем, VIP-зона, поняли, да? Входит в VIP-зону. Вот эта зона, вот эти лежаки. Без очереди подъем наверх. А это уже обычная зона. Ждем волны. Говорят, каждый час включаются по 25 минут. Снаружи, конечно, вообще кажется такой небольшой аквапарк. А на самом деле внутри все так красиво. Первое впечатление просто шикарное. Мне очень понравился аквапарк. Ну вот. Мы тут всего лишь час, а уже классные впечатления такие вот. Такие небольшие зоны, но они красивые. Все в зелени. Для детей вот жилеты висят. Спокойно можно брать, пользоваться. Волны ждем, пока волн нет. Тут такая маленькая фотозона, Милка на качельке. Такие вот разные штуки. Здесь отфоткались. Мил, пошли в волевой бассейн, быстрей. Иди, пока никого нет, иди. Иди сюда. Милаш, иди сюда. Вот умничка. Ну что, иди. Такие волны. Сразу людей куча собирает. Я тебя догоняю. Тут людей, конечно. Сегодня суббота. Смотри, нет. Вот такая тут ракушка. Милана, тебе нравится? Да. Ну, людей, конечно, очень таких много. Кататься с Милой на таких штуках не будем сегодня.
идем на детские горки, потому что Милка хочет на детские горки. Здесь есть анимация. Диды на стартовую линию. Диды. Чекаем. Тут анимация, как в Турции, Милан. Я не бачу. Ну что, готовы? Мы идем на горки, да? Милка четко решила, сказала, идет на горки. Все. Вам потрібно наблизити на нього дати 5, і він мені скаже, хто перемог. Пошли на горки, а потім рішимо з тобою. Давай, давай, давай. Що тут по меню? Прохладні напої, лимонад домашній 350-135 гривень. Кока-кола 79-500 грамм. Так, гарячий, безалкогольний, свіжий сок і апельсиновий 179. Ну, от таке меню тут. Мы сейчас пойдем присядем, да, Милан? Пойдем, найдем себе место. Вы великие молодцы, все, абсолютно все. В общем, тут все найдут развлечения по возрасту. Ну, Милана хочет на эти горки маленькие для деток, вот. Поэтому желание ребенка закон. Мила, сейчас мы найдем место, нам надо на солнышке. Капец, потеряла Милку. Мила! Этот шпион... Милана! Мила, бабушка тебя ищет. А ну, рассказывай, что тут есть. Есть каталась? Нравится? Давай. А? Снимала. А в этой каталась? В этой, вот. В этой желтой ты каталась? Крутою командою. Може, ми будемо команди супергалаїв. Ну, я обожнюю галаїв. Була тут кожного дня. Ну що, тоді давайте на рахунок три. Ми будемо так гучно кричати супергалеті, щоб усі дорослі аж злякалися, сховались у дитячому басейні. Зможемо? Тоді один, два, три. Супергалеїв! Ну що, перед тим, як відправлятися у далекі подорожі. Швидше, підтримуємо. Ну тоді давай з тобою знайомитись, як тебе звати? Мілана, скажи мені, будь ласка, а ти покажеш нам свої супертанці? Ну тоді, дівчата, уся увага на нашу Мілану! Один, два, три, музику гучніше! Покажи! Вау! Гучні оплески!
понравился. Парк атмосферно, для детей вообще классно, супер. Зловить цей м'ячик. Анимация. А? Иди, бери. Анимация для взрослых и детей, но... Детская анимация. Друзі, а тепер давайте збирати рожеві кульки. Друзі, давайте жорожеві. Ребята, аніматори в аквапарку Гавайї. Special для Жизнь Тревел.